боремся за качество, и мы работаем над технологией, над улучшением качества дверей. Если мы смотрим, вроде бы идеальные двери, но есть в них микромоменты. Вызвали менеджера Дарью, разберитесь. Вот она принимает двери, и на одной двери мы насчитали 24 микромомента. Каждый момент нужно, конечно, смотреть вот так, чтобы что-то увидеть. Но некоторые клиенты наши так и смотрят. Я всегда говорю, что срок нам простят, а качество никогда. Компания «Стек» выпускает всегда идеальное качество продукции. Поэтому мы сегодня все собрались вместе и решили эти двери переделать. А потом я вспомнила слова Олега Григорьевича, что нужно попробовать стекло потереть стирательной резинкой. Мы попробовали потереть стекло стирательной резинкой, потом вышло одно пятнышко, второе, и в результате двери стекла вычистили. Двери стали идеальные, просто идеальные. Все идеально потрудились. Решили для клиентов написать памятку, как работать со стеклом, как его втирать. И наша ОТК сейчас пишет, и мы эти внесения внесем в договора.